Здравствуйте, с вами Евгения Наумова, и сегодня мы говорим об уникальной разработке таганрогских ученых, медицинском аппарате «Сканер», который популярен не только в России, но и за рубежом. «Сканер» – это профилактика и лечение простудных заболеваний, реабилитация после травм и переломов. Аппарат «Сканер» найдет источник любой боли и устранит ее. Бесконтактная доставка от производителя. 8 800 100 ровно 7793. Звонок бесплатный. И на наши вопросы сегодня ответят заведующий кафедрой скорой медицинской помощи Ростовского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Александр Викторович Тараканов, а также врач-педиатр, кандидат медицинских наук Юрий Игоревич Перфильев. Здравствуйте. Прообраз современного сканера появился еще в 70-е годы прошлого века. Расскажите, почему аппарат получил такое название и для каких целей он создавался? Таганрогский радиотехнический институт всегда был впереди по всяким разработкам. И в 70-х годах было создано два конструкторских бюро, которые занимались теми или иными разработками, конкретно под космические программы. Ну, как всегда, молодые, энергичные ученые сделали прибор, и когда начали исследовать друг на друге, поняли, что у них многие заболевания просто или проходят, или вообще не возникают. Прибор вначале назывался по-разному, но одно из названий было типа Кеннера. Ну, не понравилось это название, какое-то оно несерьезно. И московский профессор Нечушкин предложил другое название – Скеннер, самоконтролируемый энергонейроадаптивный регулятор. И после этого это название держится уже более 30 лет. Как этот аппарат воздействует на организм человека? Это выглядит примерно так. Техническое устройство генерирует импульсный ток, который очень близок к нашим спайковым процессам в нервной системе. Этот внешний сигнал надо приложить к организму. А наша кожа – это продолжение нашего мозга. Ну, так природа устроена. И все, что происходит там, отражается на коже. И зная те или иные технологии, те или иные, скажем, зоны, точки, можно повлиять на ту или иную функцию. При каких заболеваниях может применяться этот аппарат? 2500 лет назад Гиппократ говорил: «Лечи больного с болезнями». А что западная медицина? Лечи болезни в больном. По сути, мы возвращаемся к истокам. И поэтому нельзя сказать, какие болезни он лечит. Это очень многих отпугивает, потому что 20, 30, 100, 100 заболеваний прописано. Ну, сразу говорят, что это... Ну, да, Юрий Игоревич? Да, действительно, сканер помогает восстановить, изменить то, что в организме нарушено. Независимо от того, какое заболевание у данного конкретного человека. Идеология сканера – это восстановить здоровье, какое оно было до начала заболевания. Насколько аппарат эффективен? Можете привести примеры? Да, конечно. Вот один из первых таких эффективных результатов был много лет назад, когда меня попросили полечить женщину, страдающую ревматоидным артритом. Он продолжался у нее уже несколько месяцев, но это еще не было переходом в хроническую фазу. У нее были поражены буквально все суставы, начиная от шейных и заканчивая на ногах. И вот работа с каждым суставом постепенно, после каждого сеанса, хоть небольшое, но улучшение отмечалось. И как детский врач я, конечно, не могу не сказать, что очень хорошие эффекты получаются именно у детей. То есть различные удары, синяки и даже переломы – это в значительной степени у детей, и мы видим очень хорошие результаты. Сканер может применяться как самостоятельная терапия, так и, безусловно, в комплексном лечении очень многих заболеваний. Например, нами было показано, что регенерация костной ткани после переломов происходит где-то на 25% быстрее, если в комплексном лечении был применен сканер. Как может применяться этот аппарат? Можно ли это делать дома или только под контролем врачей? Почти эти 40 лет сканер развивался от сканера к врачу, от врача к больному, а не наоборот. Поэтому любая ситуация, она должна быть все-таки подконтрольна. Другое дело, когда, почитав инструкцию, включив прибор, человек может оказать себе посильную помощь, согласно инструкции, при некоторых состояниях, то это допустимо.
В отличие от большинства лекарственных препаратов, у скеннера практически нет противопоказаний. Есть относительные, то есть это искусственный водитель ритма, или психическое заболевание у человека, или лихорадящий больной при каком-то неизвестном заболевании, чтобы он не заразил доктора. Вот. А в принципе особых противопоказаний нет. Скеннер в той или иной степени поможет всегда, ну, вплоть до излечения вот системных заболеваний. Я скажу, что в комплексе с фармакотерапией, да, Юрий Игоревич, можно сделать гораздо больше, чем в одиночку тем или другим. Скеннер – это профилактика и лечение простудных заболеваний, реабилитация после травм и переломов. Аппарат «Скеннер» найдет источник любой боли и устранит ее. Бесконтактная доставка от производителя. 8 800 100 ровно 7793. Звонок бесплатный. Кстати, аппарат популярен не только в России, но и за рубежом. Как считаете, почему? Ну, наверное, потому что он оказывает хороший лечебный эффект, прежде всего. Я помню, на одной из международных конференций в Лас-Вегасе руководитель неврологической клиники говорил: «Скеннер – это продолжение моей правой руки. Если, не дай бог, начнется пожар, то вот он при мне всегда, и я знаю, что я смогу помочь людям». На самом деле, вот за эти годы в целом защищено более 10 докторских диссертаций, более 30 кандидатских. Последние несколько лет одна еще в Испании, одна во Франции. У меня есть работы коллег с Южной Кореей, которые применяют скеннер, которые его сравнивали с другими приборами такого типа и показали, что это более эффективно. У нас в университете было защищено 6 кандидатских диссертаций в этом направлении. И чтобы вот подчеркнуть ту мысль, начальную, при каких заболеваниях. Вот трудно нашим ортодоксальным врачам понять, что этот метод вненозологический. Да, мы должны знать диагноз, прогноз, куда будет развиваться заболевание, но мы можем при каждом заболевании добиться еще чуть больше. Снять боль, снять отек, снять симптомы, иногда оборвать заболевание. От нуля, от рождения до 101 года у нас есть опыт применения этого прибора при кожном зуде. Вот. Есть исследования, которые мы проводили совместно с 15 городами, где есть скорая помощь, начиная от Петербурга, кончая Самарой. У нас есть база данных, где это можно применять в таких условиях. Другое дело, как это внедрить официально, чтобы это было в укладке. Это уже второй вопрос. И вот здесь я думаю, что даже если мы все уйдем, в конце концов, все равно прибор останется. Удивительно, что такой уникальный прибор, популярный не только в России, но и за рубежом, производят у нас, на Дону, в Таганроге. В России всегда были великие ученые, они не всегда оценивались по достоинству. И поэтому нет совершенно ничего удивительного в том, что Таганрогский когда-то радиотехнический университет, сейчас входящий в состав Южного федерального университета, выдвигал идеи, воплощал их, и в том числе в различных областях медицины, и создал не только скеннер, а очень многие приборы медицинского назначения. Почему в других странах его широко применяют? У них некая другая модель медицины, и у них могут врачевать не только профессиональные медики. И я здесь еще могу подчеркнуть, почему некое отторжение. Это физиотерапевтический прибор. Ну и пусть им занимаются физиотерапевты, да? А на самом деле в рамках своей специальности каждый врач может пользоваться, решая те или иные задачи. Ну, если бы у нас была возможность опросить врачей скорой помощи города Ростова-на-Дону, то не все его знают, и у половины есть приборы. Скеннер – это, по нашему разумению, ну, в 100% персонифицированный прибор, персонифицированная медицина. Здесь я и пациент. И больше никто. И между нами техническое средство, которое с умом применяется. А это энергия, сила, время врача. Если у нас их не хватает, если у нас на прием 15 минут, какой скеннер может быть? Там надо только разобраться. В этом сложность. Мы когда работали с 3 ожоговыми отделениями, вот ростовским, в Саратове, и Институт скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге. Мы там опробировали этот прибор. По регенерации, по снятию боли кожа на 20-30% по времени быстрее регенерирует. У нас масса доказательств, фотоснимков, понимаете? Но
хирурги, они занимаются хирургией. А кто должен заниматься этой проблемой? Ну, как вам сказать, медики, которых еще нет. Или медики-физиотерапевты, у которых старые испытанные приборы, прилепил электроды, включил, ну и отдыхаешь. А здесь постоянный контакт с пациентом, потому что сканер и тот, кто с ними работает, ему нужно смотреть на реакцию кожи, на реакцию пациента. И тогда будет эффект. Спасибо за интересный разговор. На этом наш эфир завершен. Всего доброго и до свидания.